Что ж, дамы и господа, аплодисменты девушкам. И настало время для второго боя полуфинала Гран-при. Мы только что узнали весь, что очень жалко, но победитель четвертьфинала Павел Покатилов получил травму и не может продолжать бой. Победитель резервного боя Александр Петровский тоже получил травму в бою и тоже не может продолжать бой. По решению судейской коллегии и по регламенту KOK место в полуфинале KOK World Grand Prix достается Себастьяну Горейко, Румыния. Red corner from Romania, Себастьян Горейко. Себастьян Горейко, Румыния! Blue corner from Ukraine, Александр Олейкин.
Время. Перерыв 1 минута. Second round. Oh!
секунд. Итак, дамы и господа, в этом бою победу одержал. И в Киокиову гран-при финал выходит. Ladies and gentlemen, the winner is... Александру Лейкину и Себастьяну Гуриков. Что ж, Александр